Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1345, события дня. Притча 29:19. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. За 22 августа 2019 года. И вот наше обращение. Прочитайте. Про Игоря Барабаш. Затормозить курсором и можно считать. Вот. И далее переписка. Переписка и что из этого вышло. Я выделяю специально курсором. Ввожу жирный курсив. Я не верю. Чего не верю, не поймаю, не понимаю. Такое будет название одного фильма. Вот так. Кое-что выписал. Много очень известий. Целый день заняты. Утром мы всегда ездим на рыбалку. Погода, если позволяет. Вчера необычно так сделали. Людей не хватает. Нас всего трое. Взяли ломик. Пробили вниз возможность поставить. Держать невод. Ну, ясное дело, с недостатками все это. Все это засняли, показали. Днем искал тут сапоги болотные, по-другому. Сейчас раздеваться уже холодно. Потом с Володей возили навоз, который привез ему Игорь Барабаш. А Володя на одном колесе тачка, это коляска. Он развозил по огородчику лагерному. Ну вот так, с такие события. Работаем, все на глазах. И на этом все пока события.